Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Вот так хочу себя показать. Всем здравствуйте. Всех с наступившим новым 2022 годом. Так, полканчик, выйди оттуда. Полез в картошку мне. Дверцу забыла закрыть. Я всегда на ночь открываю дверцу, где у меня картошка, лук стоит на кухне. Уже все шнырит. Вот и Сёма пришел. Все собрались? Или самого главного, нодика не хватает? Трусы мои. Ой, ну слава Богу и дай Бог. Дай Бог вам всем всего. Ну, вы сами знаете, чего. Хочу сказать, вчера наблюдала за некоторыми товарищами. Много нашего брата вчера полегло. Это я в хорошем, шутку, да? Теперь вот так покажу. Вот ящик, видите, стоит. В смысле, вот этого полегло. Наконец-то многие унитазы мира увидели хозяев в лицо. Да. Ну и ладно. Лишь бы в добро. Вот. Ну, каждый встречает, как хочет. Каждый сходит с ума, как он хочет. Да? Вот так я скажу. Все, вот ящик стоит. Это я буду сейчас собирать елку. Вернее, сперва игрушки снимать. Уже потихоньку начал там в прихожке. Сейчас кормлю своих питомцев. Своих детишек. Лохматишек. Полканит. Второй сидит на стрёме. В общем, стираю, собираю елку, все, праздники окончены. Ну и так оно у меня простояло, по-моему, 3 недели. Да? Кто помнит? Ну, я уже устала от нее, вот честно. Вот для этого периода уже хватит, да? Все должно быть в меру. У меня мера все. У меня мера все. В общем, все. Это видео вам выпускаю. Приятного вам просмотра. То, что я готовила к столу, что-то никто ничего не написал, но я все равно вставлю кусочки. Что, зазря снимала, что ли? Шниц супа я так и не сварила. Ну, потому что и так всего, да, и сейчас у нас тепло на улице. Холодильники оба забиты, потому что на балконе ничего нельзя хранить, потому что тепло, да. Так, Лися дерет уже мне тюль. И вот уже дверь была открыта, смотрю, Машка залетела. Вот она кружлякает. Тепло, все жучки, паучки проснулись, да, а сейчас так не наглеть, в рот и в нос не залазить. Проснулись, природа просыпается, сейчас опять жахнет мороз. Вот так-то, ну все, вот она. Зараза. Что сделаешь? Что мы, люди, творим? То потом природа нам отвечает. Вот помните это всегда, люди. Вот бы помнили всегда в системе это, да? Там, наверху, которые нами пытаются всю жизнь руководить. Вот кто туда приходит, всегда бы знали это. Лиска? Он уже решил елку разбирать без меня. Уйди, пожалуйста. Вот они с Сёмой, если по одному, все хорошо. Но если они вдвоем, да, Сём Сёмыч, они как будто друг другу указания дают. Потом один сидит, меня отвлекает своим взглядом, а второй в это время что-нибудь воротит. Вот так было до того, как Лиська у нас появился, так они с Нудиком вдвоем со мной творили. Но это потом как-нибудь расскажу, если кому интересно, напомните. Один раз они мне такое сделали. Ну, в общем, вот бы в системе люди это не забывали, да? Кроме как хапать деньги. Что вы в народ запускаете? Потом народ от этого волнуется и запускает в небо. И оттуда мы получаем. И также земля нам отвечает, да? В общем, все в мире взаимосвязано. Надо об этом всегда знать и помнить. Не надо наш дом, землю, планету Земля, да? Захламлять,
засорять, оскорблять, уничтожать. Не надо. Это же наш дом. Мы в нем живем. Мы на нем живем. На нашей земле. Надо с уважением относиться, с любовью. Надо было с благодарностью. Не надо говорить каждый раз, да? Хотя и говорить тоже можно. Это тоже запускается. Это воздух запускается. Это Господь нас слышит, да? Ну, хотите, назовите просто, вот, не знаю. Ну, энергия просто вот, да, запускается. А потом оттуда это же и возвращается на нашу головешку. В общем, все. Смотрите, то что-то у меня на лирику потянуло. Куда-то меня подтянуло и оттянуло. Всего приятного просмотра. Не забывайте подписываться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить последующие видео. Делитесь моими видео в соцсетях. Или приглашайте своих родных, друзей, близких, знакомых, соседей. И даже у врагов, у кого они есть. Сейчас я понимаю, что они у меня появляются. Только сейчас. В общем, не забывайте ставить лайк, если понравилось видео, дизлайк, если не понравилось. Мне это помогает, моему каналу это очень помогает в продвижении. Ну и, конечно же, пишите комментарии. Я очень рада с вами общаться, я очень рада вас познавать, узнавать через ваши комментарии, через ваши слова. И до этого момента я вообще вся такая радая, вся счастливая в познании вас. И хочу еще сказать, если меня будет этот человек смотреть, а меня будет этот человек смотреть, любовь, я вас поздравляю с днем рождения. У вас, оказывается, прямо сегодня, 1 числа, день рождения. Я вас поздравляю от всего сердца и от всей своей души. И у кого, девчули, еще день рождения, если я не знаю. Я всех-всех поздравляю с днем рождения, с праздниками. Желаю вам, как всегда, всего самого-самого прекрасного. Здоровья, счастья, любви, добра, оптимизма, мечтать, и чтобы мечты сбывались, волшебства, сказки, чудес. Вот чтобы чудеса всегда присутствовали в ваших жизнях, чтобы вас окружали всегда ваши самые любимые, близкие и родные, чтобы с вами всегда была ваша семья. Ну и все. В конце только всем уже теперь заключительно Божьих благословений, Бога нам всем помощь, мои хорошие. И все, пока-пока. Люблю, ценю и уважаю. Так, сделаю подушку для голубков. Лук обжариваю, морковка у меня была заморожена. И фарш я добавила, помидоры вот такие, баночку, да, у меня как порезанные, да, и в собственном соку. Вот полбаночки фарш, лук, чеснок, петрушка, рис, перец двух сортов, вернее, много сортов, и один черный, мускатный орех, и вот эти полбаночки кладут сейчас туда, на подушку. Для бешбармак варится мясо, и здесь я уже приготовила на полукольца лук порезала, лавровый лист и перец. Тушиться будет, потом жирок будем снимать с мяса, с бульона туда и тушить, карамелизировать. Ну а здесь подушку доделаю. Вот дурака кусок. Я думала, перечную пасту купила. Оказывается, промахнулась не пасту, а какой-то кусочками перец. Ну, добавлю сюда еще пару ложек сейчас вот этого вот кусочками перец болгарский. Смотрю. В общем, для бешбармака тесто, вот я, ну, где-то приблизительно у меня здесь, ну, грамм 700 муки просеяла, соль мелкая, три яйца. А что у меня там такое на яйца? Сейчас буду выковыривать, не заметила. И на воде сейчас буду замешивать тесто. Тесто замешиваю достаточно такое, видите, силу придаю. Плотно, да. Теперь пока отставляю, сейчас накрою. Здесь капуста ждет. Это у меня остатки еще тогда я делала голубцы как-то. Показывала или нет, не знаю. Ну, в общем,
и положила в морозильную камеру. Вот. Сейчас оттаяла. Буду доделывать. Начну доделывать голубцы. А потом раскатывать лапшу. Голубцы я уже показывала, как я делала кулечком, но еще раз покажу. Вот я разрезаю напополам листик. И потом просто складываю кулечек. Вот так. Раз. Вот слышите, как у нас бабахает? Уже несколько дней подряд. Самые необычные моменты. Вернее, в которые ты не ожидаешь. Бедные мои коты. Они уж сильно этого не ожидают. Интересно, в новогоднюю ночь кто-нибудь будет нарушать закон? Потому что у нас запретили это делать. Сегодня поглядим. Все вам засниму, покажу, что у нас будет делаться-то. И вот так напихиваю. Голубец, мой кулечек. И потом просто беру и вот так заправляю. Тут что-то толстенькое. Заправляю. Можно вовнутрь. Так. Закрытие. Все. Кулечек готов. Укладываю вот на вот эту, на потолще часть, да, чтобы он не разматывался. Вот. Укладываю на свою подушку, которую приготовила. Потом еще буду заливать сметану туда. У нас фейерверк продолжается. Вот видите, что делать. Ну, так всегда. Так всегда. Начинают рано, бабахают. Все, кому надо. Когда надо. Но в этом году уже запретили. Пусть люди радуются, как бабахают. В общем, вот у меня лишние пойдут в заморозку. А эти сейчас я ставлю на медленный огонь. Но покажу, буду добавлять сливки сюда. Может, чуть-чуть сметаны еще добавлю. Это я тут все еще продолжаю смотреть. Дальше. И вот так бабахают без конца и края. Все. В общем, ставлю потихоньку, чтобы оно томилось, тушилось. В голубцы я сейчас разведу. Еще не включила, да? Разведу. Это заурасан. Это кислая у нас сметана, да? Кисловастенькая такая. Она... Сколько у нас процентов жирности? Это 10%. Немного ее возьму. Так. Остальное сливки. Вот 200 грамм сейчас. Я их вылью прям в кастрюлю. А сметану я сейчас разведу кипяченой водой теплой. И налью потом туда. В общем, вот. Залила я, развела сметану, чтобы комочков не было, да, водой. А сливки вылила 200 грамм и еще подлила воды. Это вот водичка, да, она вся усядется. Потому что я поплотнее их укладывала. Она сейчас туда пройдет. Все, теперь включаю тушить. Сперва на чуть выше среднего, а потом... На тихом огне будут долго томиться. Люблю, они потом очень-очень вкусные. Так же, как и борщ. Если его долго-долго томить, вообще любое. Плюс очень вкусное. Все включаю, готовлю, результат покажу. Сейчас займусь раскаткой теста. Я еще включила свою деревушку посветить. Сегодня, наверное, последний день. Завтра к вечеру убрать надо. Сём-сёмыч, ты один тут? Ты один? Эти два троса сбежали. Бабахают. Голубцы потихоньку шебуршатся на двоечке. Здесь сейчас буду снимать жирок с индюшки, правда, плохо его видно, но видно. Именно жирок снимаю на лук сюда. Это первым делом, а потом буду закидывать сюда картошку. Ищу и думаю, вот где это Мося, а? Где это Мося спряталась? Бабахала. Хотя у них окно закрытое.
Молодец, там мой типа девочки сидит. А Нудик вот тут. Нудик, ватруса, белоруса. А выползайте. 5 часов вечера. Бабахи продолжаются. Салитуют, салитуют где-то. На углу, значит. Не останавливаюсь бабахать. Я говорю. Как остановить могут это дело? Какими законами? Но штрафуют пару человек. Вон там бабах, где-то сильно за домами. Только небо темнеет, светлеет. Везде бабахалки. Ничего не изменилось. Так всегда. Каждый год. Начинают рано. Ну, посмотрим, что будет в 12. Дырочная лапша в этот раз. Лапшу вот, если кто не знает, для бешбармака, да, да и вообще для лапши, супа домашнего. И для домашнего супа лапши еще тоньше надо катать тесто, еще тоньше. Вот. А так для бешбармака еще тоньше не надо, потому что будет в готовом виде. Извиняюсь, но у меня ассоциация как сопля на заборе. Вот. Да. Висит, вот так развешиваю ее, потом на полотенчике раскладываю. Этот раз уж очень дырочков наделала. Ну, и торопишься, и устал уже, как собака. Лежит пока, ждет свой час. Все, видите, вот жиринки. Видно, хоть и от индюшки никогда желтый жир не будет, как у курицы, да, плавать. Господи, в этом, в сурпе. Я выбираю по чуть-чуть этот жир, потихонечку, ложечкой, не спеша, да. И вот его много не надо, вот, видите, жирный. Я поливала сюда на перец, отсюда такой лук. Сейчас будет тушиться, я буду помешивать. Вот сейчас этот лук туда утушится. Сильно утушивать не надо, такой, чтобы он был на вкус карамельный, как сказать. Ну, покажу. А сюда сейчас закидываю мясо, хоть и готово. Это у меня индюшиная ляжка, которая верхняя, большая. Единственное вкусное место в индюшке. Сюда сейчас закидываю еще картошку. Из картошки еще будет мясо вариться. Я люблю мясо, чтобы вот как голубцы потихонечку тушатся. Чтобы вообще всю пищу люблю, чтобы губами можно было жевать, как Ирина говорит, Маркелова. Но все. Лук будет в последнюю очередь тушиться, уже когда все готово. Когда лапшу буду закидывать, поставлю его тушить. Сейчас сюда картошку кидаю. Лук вот такой карамельный должен стать, но чтобы чуть-чуть похрустывал. Я выключила уже. Еще купить привыкнена. И лапша варится, я ее разрезаю на квадратики. Вот кое-где, где тонко было, видите, вот эта сопля на заборе. Извиняюсь, кому неприятно слышать это. Вот картошку, мясо так разложила. Сейчас буду выкладывать лапшу и потом сверху поливать лучком с сурпой. Так, немного лапши выкладываю. Лучком с сурпой, сурпа, которую вот здесь поливаю. Сейчас дальше буду выкладывать рулетики, которые делала. Видите, как их назвать? Называйте, как хотите, бешбармак. Голубцы. Дочь Литика гоняет. Это винегрет. А это шуба без никто. Все для нас троих достаточно, я думаю. У нас дождь идет. Плюс 13. Завтра будет 11. Плюс. И потом пошло по наклонам. 8, 7, 6, 5. А потом сразу 2, 1. В общем, бабахают люди. Бабахают. А мы садимся, поедим уже. Вот такой Новый год. С дождем. Слышите? Свистят, шипят, сверкают. Отдыхают. А кое-кто полканит. Да, как всегда. Бедные мои. Настрессовались. Еще сколько впереди стресса, да?
Теперь и он прилег, да? Устал бегать? Эх, эти бомбежки. Ой, эти бомбежки, да? Нудик, что ты ногу одну поднял? Нудик, да успокойся ты. Вот как он боится, а? Что ты будешь делать? Сёма, скажи, я стресняк ходячий, и то лежу, он расслабился. Да? Нудик, иди сюда. Больше, значит, привозили мясо и не продают в этом году. Продавали вообще только всегда. Сейчас скажу, 22-го, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас в Берлине. Или даже с 23-го только продавали всегда. В этом году вообще запретили продавать даже. Ну, люди находят. А коты мои стрессуют. Или как, сейчас лиську накормила. Балконов запутанных.
пошла. Мои коты там с ума сейчас сойдут. В спальнях не открываю нигде окна, потому что они вообще, они у меня уже в шкафах. Они боятся вообще страшно. Ой, как покормила сегодня их. И вот, товарищи, не знаю, как у вас, а у нас все это будет длиться до 3 часов ночи. Ну, а потом еще. Вот там зарево, видите, Берлин гуляет. И та сторона. Рядами тоже семья. Сейчас будет красиво. Ой, засранцы. Спокойно. У нас где-то тут сверху кидают. А там с самого верхнего, с многоэтажки. Один к другому попадет. Видите, они там стоят как раз под этим. Ужас. Ужас. Санёк звонил, мой младшенький сынок, поздравлял. Тоже стреляют, бомбят.
там, куда уехали. У меня внучка очень сильно тоже боится вот этого всего. До 3 часов ночи. С балкона в балкон прям. Ой-ой-ой. Ты знаешь, куда поворачиваться? Трамвай не разбомбили. О, хохонюшки, хохо.
перепонки не попробуем. Пожара, не дай бог, чтобы нигде ничего не было, нигде по всей земле, чтобы все прошло хорошо, благополучно, с Божьей помощью. Сейчас притихает чуть-чуть, да, потом опять начинает. Ой, мама. Там что-то горит, горит, лежит. Сейчас, наверное, как со всей силы пахнет. Если я телефон уроню, значит, я напугалась. Там горит, продолжает смотреть. Ничего не происходит. Полетела в полную ракета. Масштабные. А в этом году на Бранденбурге у нас нету салютов, а всегда были. Ой, мама. Берлин будет стоять опять в тумане. В тумане от дыма, от этих бабахалок. Пойду я домой. Достаточно, думаю, вам показала. Уже туман образовывается. Уже прям хороший туман. Там тоже, наверное, с балконов спускают. Видите, пепел аж летит. Это не осадки, это пепел. Люди уже отстрелялись, пошли какие-то. До 3 часов ночи будет. Число. Поверьте на слово. Потом, может, попозже подключусь, если не усну. Если не усну, подключусь. Сейчас посижу, приберу сухого и пойду спать. Благополучно встретила. С чистой совестью. Поснимала вам. С чистой совестью. Что такое? Как уйти? Люди, прекратите! Прекратите сейчас же.
лестница. Я пошла. Вот там тоже из-за угла. Ой, ну как вот от этого уйти? Красота? Прям в окно попали в эту больницу. Вон у нас сверху вот эти вот этажи, что светятся, и вот эти верхние, это там делают на почке диализ, да, вот это как называется. Прям в окно им попали. Ну, дым валит. Все, я пошла. Лучше я пойду сюда.